Водичка. Модельную, да, и короткую. Ксюше спасибо, что она меня подстригла. И спасибо этой организации, что такая она есть. Парикмахер, пришли нас стригут. Спасибо вам большое. А то бабушка старенькая, нога сломанная. Они пришли на дом и все сделали. Большое им спасибо. Пчелку стригите. Пчелку? Так. Приветствуем такое отношение нашего техникума в городе известного. И что сегодня выехали в села, подстригли нас, привели нашу голову в порядок. Вежливые, обходительные. Все, что у них было, все приборы они применили. Чувствуется, что у них навыки уже есть в работе парикмахера. Ну и нам, конечно, пенсионерам удобно. Удобно. Приехали прямо на дом. Никуда не ходить. И мы сразу помолодели.